Геннадия Бушуева своеобразный юбилей. Он в 10-й раз сдает кровь. Молодой человек признается, что с детства мечтал стать пожарным, чтобы спасать людей. Пожарным не стал, но способ помогать обществу нашел. Сегодня Геннадий вместе с волонтерами-медиками и активистами местного отделения партии «Единая Россия» участвует в акции «Следуй за мной, я ответственный донор», приуроченной к 75-й годовщине Великой Победы. Ну, так сложилось, что профессия парикмахер. Вот, но все равно вот эта детская мечта еще осталась, и в этом месте хотел все-таки проявить себя. Ирина Грабарчук на процедуре тоже не впервые. Говорит, ее мама почетный донор. А когда кто-то из близких постоянно сдает кровь, тоже хочется делать доброе дело. Сейчас многие считают кроводачу небезопасной, но Ирина с этим не согласна. В наше время, наверное, много что очень опасно. Если ко всему так относиться, то лучше с квартиры не выходить. А если соблюдать все меры предосторожности, а в нынешнее время, да, все еще рекомендации Роспотребнадзора, то почему бы нет? Это не должно останавливать. В дальнейшем эту акцию планируют сделать ежемесячной. Стоит отметить, что в период пандемии отделение продолжает работать в обычном режиме. Кроме как усиления дезинфекционного и санитарно-эпидемиологического режима, у нас никаких, в принципе, таких серьезных изменений нет. То есть мы также ведем прием доноров в том же режиме, в котором мы вели вторник, четверг. Пока что ничего не изменилось. Если вдруг что-то изменится, мы, конечно, дополнительно сообщим. Если вы тоже решили стать донором, нужно соблюсти ряд важных правил. Накануне и в день сдачи крови донор должен легко позавтракать. За 48 часов до визита на станцию переливания нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. Помните, что не следует скрывать от врача недомогание. Честно отвечайте на все вопросы. И тогда процедура будет безопасной и для вас, и для тех, для кого вы сдаете кровь или ее компоненты. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».